и Эрасо, и Нобуа. Нет, нету движения хорошего в передней линии у сборной Эквадора. Приходится играть через защитников. Вся сборная Гондурас сейчас отошла на свою половину поля. Если скорости эквадорцы не включат, будут огромные проблемы. Теперь уже исключительно на контратаках Гондурас может позволить себе действовать, что у них и до этого, как мы видим, неплохо получалось. А у эквадорцев будет и так много пространства, и тем временем 1-1! 1-1! Это Эннер Валенсия исправляется! За промах минутами раньше отлегло у Рейнальда Руэды, и 1-1. И ничем не смог помочь своей команде сейчас Ноэль Вальядарес, несмотря на то, что мяч после рикошета довольно долго, смотрите, летел. И в итоге проспались здесь и рывок Эннера Валенсии, и Ноэль Вальядарес не смог здесь ничего поделать. 1-0 в этом эпизоде в пользу Эннера Валенсии и 1-1 в этом матче. Всего 3 минуты сборной Эквадора потребовалось на то, чтобы счет сравнять. Скончался от болезни один из лучших нападающих вообще Эквадора всех времен, Кристиан Бенитес. И вот как раз его был призван заменить